мы привыкли, что для разных типов пациентов используются разные датчики. Связано с тем, что проникающая способность у каждого датчика своя. Невозможно использовать один датчик для всех пациентов. Данный датчик является универсальным. Почему? Потому что он широкополосный. В нем применена широкополосная технология, и датчик может менять частоту в зависимости от типа пациента, который находится перед ним. Для этого оператору нужно в систему ввести параметры пациента, после чего аппарат автоматически выберет нужную частоту и нужную проникающую способность для правильной оценки значения печени.